Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Land Rover Evoque 2012 года, 2 литра дизель. На нем мы заменим тормозную жидкость. Есть вакуумная замена, но у нас такого прибора нет, поэтому мы менять ее вакуумом не будем. Мы ее заменим путем прокачки. Не заводя автомобиль, подливая жидкость новую в бачок, мы будем прокачивать все колеса. Ну, как обычная прокачка тормозной системы, начнем с дальнего колеса, самая длинная магистраль. Больше всего жидкости мы прогоним через нее, а дальше мы уже пойдем по сокращающей. Но в любом случае мы прогоним 1 литр жидкости. Для этого мы будем использовать кастрол. Вот такую вот жидкость. DOT 4 кастрол, номер ее оригинальный, так, 157F8B. Сейчас еще найду на банке, а на банке ее этого номера нет. Но каталожный номер вот такой вот. Вот он, сейчас резкость найдем. 157F8B. Приступаем. Поднял я автомобиль, открутил все 4 колеса. Находим здесь колпачки, которые закрывают у нас штуцера прокачки. На передних колесах они находятся вот здесь сверху. На задних колесах они находятся вот здесь сзади. Поэтому нам, чтобы удобнее было, для этого и сняли все 4 колеса. Снимаем эти колпачки, все 4. Открываем сверху лючок. Сейчас покажу, где он находится. Вот этот лючок. Здесь снимаем 4 клипсы, открываем вот эту крышку, и вот у нас бачок тормозной жидкости. Открываем пробку и начинаем прокачивать. Для этого мы берем пустую бутылку. Я взял такую литровую бутылку из-под молока, налил в нее немножко тормозной жидкости. Берем шланг силиконовый, ну, силиконовый, резиновый, у кого какое есть, какое удобно. Сзади у нас штуцер на 11 ключик. Одеваем ключ, одеваем шланг, второй конец шланга опускаем в бачок, в жидкость, и говорите помощнику давить, в этот момент открываете. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. И таким образом продавливаем, добавляем жидкость, смотрим обязательно, чтобы жидкость была, и продолжаем. Жидкость долили, продолжаем. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. Получается, когда человек, помощник, давит, вы в этот момент открываете. Он надавил, не отпуская педали, вы зажимаете и говорите отпускай. Вот так. Дави. Отпускай.
Переходим теперь на заднее левое колесо. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. Доливаем тормозную жидкость и продолжаем. Дави. Отпускай. Переходим на переднее правое колесо. А спереди у нас ключик на 9. Все как нестандартно. Сзади 11, спереди 9. Немножко ослабляем. Одеваем шланг. И также. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. Доливаем тормозную жидкость. Долили жидкость. Держим шланг. Дави. Отпускай. Дави. Отпускай. Переходим теперь на переднее левое колесо. Дави. Отпускай. Доливаем жидкости. Жидкость долили. Продолжаем. Дави. Отпускай. Все, вот таким образом мы прокачали 4 колеса. Теперь проходим по второму разу. Продолжаем. Вот, прокачали тормоза на 2 раза. Доливаем теперь до уровня тормозной жидкости. Уровень это вот максимально, где вот макс написано. Доливаем до этой кромочки. Она перетекает. Дырочки он в те. Как только вот этот уровень встает, это и есть максимальный уровень. Задние колодки новые стоят, их меняли. Передние колодочки мы сейчас поставили тоже новые. Прокачали тормоза, и поэтому выставляем максимальный уровень. Все, вот максимальный уровень мы выставили. Закрываем пробку. Закрываем здесь крышку. Ставим на место заглушки. Здесь я вот поставил заглушечку резиновую. Здесь тоже вот поставил заглушку, но здесь немножко тормозухи. Видать, лишку открыл, набежала, поэтому возьмем очистителем карбюратора, смоем ее, чтобы пятен не оставалось. И продуем, и будет все чистенько. Также смотрим с другой стороны. Здесь у нас все чисто. Маленечко пятнышко есть, смоем. И смотрим здесь. Здесь у нас тоже маленькое есть пятнышко. Смоем его. Ну вот. Ставим на место колеса. Тормозную жидкость мы заменили путем прокачивания. Всего вам доброго!